7 ударов на сверхмеце, а в створ 6 из них. И вот Симак, но да, свершилось то, чего так ждали. Вы знаете, я не хочу сказать, что этого ждали армейские болельщики. А дело в том, что Симак бежит к трибуне, где расположились и армейские болельщики тоже. И, конечно, переживая за то, что их команда пропустила мяч, армейские болельщики, люди благородные, не могут не аплодировать своему любимцу, своему бывшему капитану. Ведь забив этот мяч, Сергей Симак вошел в клуб бомбардиров российского футбола, в клуб 100, стал 17-м членом этого клуба. И, естественно, да, армейские болельщики кричат «ЦСКА, ЦСКА», отмечая бывшую принадлежность Симака к ЦСКА, но это очень-очень хороший жест со стороны торсиды красно-синих. Они поздравили своего героя, несмотря на то, что ЦСКА теперь проигрывает 1-2. Это футбол со всей его символикой, радостями, ликованиями, как ликует сейчас Леонид Слуцкий. 2-1. Сергей Симак сделал то, что от него ждали. Ну что же, посмотрим. И такое впечатление, что сразу вся команда футбольного клуба «Москва» отошла в оборону.